Я в шоке просто. С двух попыток. Ты псих? Я записываю реакцию, короче. Мне пофиг. Я так смотрю, у тебя тут, значит, руна на здоровье, да? То есть сколько? Вот получается, вот лайфбар был. А ну, я хочу увидеть. О, кстати, одну ману взял на хотя бы фласк на ману. Две, как я и просил, как я заведовал. А ну, лайфбар еще. Там почти треть еще. Это у тебя вообще тупо за экран вылез. Так, Defense, Fate. И еще два на лайв... Подожди, а как ты скомбайнил два талисмана на жизнь? А, то стамина. Ага, я ж дальтоник, зеленый и красный, мне одинаково. О, классно, что показывается все. Кстати, там еще есть... Вот это на Defense, короче, есть у тебя первого уровня, а дальше выдадут где-то, я вспомню, там, короче, аж каменный щит. Это Фарумазули, по-моему. Ну, уже не важно, конечно. Но, короче, есть... Типа четвертая градация этого щита, то есть есть вот эти такие круглые, типа легкие щиты, а один аж квадратный, типа Great Shield, там прям вообще хороший дефенс, то я с ним хожу. А то у тебя сейчас довольно-таки ну, слабенькая защита, по сути, ну, как бы относительно талисманов. Тупо этот же меч, ты с ним тупо всю игру прошел. Ага, на огонь еще и, да? Баф. О, интересно, так он бафится, я не знал. Так, мимик. Кстати, насчет мимика, вот это пока вспомнил. Вот смотри, ты применил мимика, у тебя даже четверть здоровья не отнялась. А я когда применяю, у меня тупо все отнимается здоровье. То есть 90% иногда не хватает даже. Иногда приходится там талисман на хп, только чтобы мимика хватало, потому что не хватает моего всего хп. Кстати, ты с этим двойником обычно берут у того тише. Так, одноручный режим или двуручный? Сразу же комбой. Угу. Она даже под ударами проходит, интересно. Ой, там еще и блид. А, ну тогда хорошо. Ты видел ее хп как бы? Holy shit. Бедное маление. Я так понимаю, это удачная попытка. Там перед этим была одна еще. Наверное, в самом начале, когда она вот это нападает. Надо будет... О! Ты посмотри на этот, блин, на этот урон. А ну, о, а это от этого как ты уклоняешься? А, никак. Я понял. Вау. То есть ты даже не изучил в итоге тактики. Вот это хп. Ага, ну дальше, если, ну, вот застагерить, то она тут почти такая же, как в первой фазе. И на двойника отвлеклась, немного похилилась. Тут надо немного вперед на нее. О, Waterfall, а, ну она на двойника все потратила. RNG, повезло просто. Кстати, у нее много хп, о, застагерилась. А ну сколько отнимет? Ну так. С таким хп я в шоке просто. Реально танк. О, вот этот самый легкий удар. Ну, в смысле, его легко избежать. Просто за спину становишься. О, я вот это тоже на двойника. Интересно, а чего она на него агрится так сильно? О, хорошо, пережидаешь. Хоть я немного там уже отравился. Класс, она когда вот это... Она ж, ну, у нее нет пользы особого. То есть ее все вот так сбивает с ног. Тупо все, готово. Двойничок за тебя убил. Понятно. Короче, это не ты убил, а двойник убил. Да не, ну ладно. Получается, хп все-таки решает. Что не говори, как бы. Убедил. Вау.